Привет, с вами Руслан, вы на канале Пафы, мы продолжаем играть в Контрабэнд Полиц. Да, мы в прошлой серии перестреляли огромное количество никчемных преступников. У меня идея сегодня перевести вот этого и купить винтовку. Вот, да, собственно, у нас есть 700 голды, я так называю теперь. И день, кстати, сегодня не закончился, надо еще две машинки, может быть, мы будем в плюсе. И я, не дай бог, мы сейчас выйдем в минус из-за этих машин, это будет очень неприятно. Вот, такая вот... Прошлая серия интересная была. Мы с вами расследовали преступление, и причем нашли верно преступника. Ваше правительство, как всегда, делает все на показ. Мы очень хорошо знаем, как обычно выглядит улица Акаристана. Молодцы, молодцы, хорошо. Я буду тебя очень тщательно допроверять. Ты это говоришь не тому. Нет бамперов. У тебя бампер есть. Музыка очень жесткая. Музыка очень жесткая. Музыка очень жесткая. Хорошо, у него взгляд. Сука, я смотрю на тебя, и мне прям хочется тебя задержать. Он так смотрит, просто когда вот так смотрит. Ладно, спокойно. Спокойно, без нервов. Проверяем все в обычном темпе. Все внимательно. 7 багажа, 7 багажа сходится. Так, что так болит здесь? А что здесь у меня? Не видите? Не знаю, сам не пойму. Хватит трогать постоянно. Ну, нос чешется, что могу поделать? Так, все, не тратим время. 1520 максимум, 1410. Ты смотри, какой подлец. Все у него сходится, да? Посещение, фотка сходится. Да музыка, да успокойся ты. Я чисто для проверки. Все нормально, не паникуем. Не паникуем, пятый раз проверим уже вот это все. Багаж, все сходится. Что еще там надо, я забыл. Номера проверили. Сейчас, если он будет, мы сейчас резко за ним поедем. Так, сейчас погонимся за ним. Хорошо, ой, хорошо. У него слишком все идеально, но музыка не перестает. Значит, это может быть кто-то вот там, да? Бампер у него тоже есть. Да давай, давай, не, нормально, нормально. Нормально, нормально, все. Так, сразу же проверим вот эти... Да, залезь ты сюда. Что ж ты творишь, а? Хорошо. Так, давайте документы. Предъявите документики. Конечно, уже дают. Ты, сука, слишком подозрительная рожа. Прям вот так и хочется. Так. Пожалуйста, выйти из машины. Ты уже выходишь, да? Ты выходишь. А вот это что? Что вот это? Фальшивые деньги, да? Сколько? Сколько ты мне дашь? 500. Фальшивые бабки. Не. Или да. Фальшивые деньги. Но это же не наркотики, правильно? У него там чуть-чуть совсем. А как ее открывать? Опа! Не поняла, что это тут у нас. Мне нож до конца просто сломал. Так, Максимов, давайте-ка пока загрузите обратно. В смысле обратно. Он нам все бабки давал, уже не дает, но мы его, собственно, арестуем. Только не это. Ну, фальшивые деньги, ну провозишь. Ну ладно, там сигареты. Ну ладно, там... А это у нас что? Это у нас еще пока на больничном, да? Я так и знал, что контрабанда — это плохая идея. Я ведь мог пойти по стопам брата. Да, я помню.
Так, вот он у нас. Нет, это. Вот он. Броник ему. Да, нам бы им еще закупиться броников, но сначала винтовка. Винтовка, патроны, и у нас по оружию проблемка небольшая есть. Топор есть, эти две есть, это мы сюда положим. Нужен нож, какой-нибудь ножичек и что-нибудь еще. Так, он арестован. Максимов, тебе нужно это все убрать. Покиньте зону досмотра. Конец работы, можете отдохнуть. Спасибо, шеф. Мы неплохо, кстати, сегодня бабок-то заработали. У нас минус был. Отлично. Хорошо. Я не помню, как загружать их. Мы сейчас их загрузим прямо сюда. Багажник открываем. Сюда мы фальшивые деньги положим. Так, и вот это положим. Хорошо, отлично. Это хорошо. Запасной топорик сюда положим. И вот эту штучку положим. Все, разобрались с инвентарем. Хорошо. Закрываем. Что у нас тут? Ничего нет подозрительного. Бомбы там. Да я не могу понять, как мне... Как мне их загрузить? Наверное, нужно к ним подойти. Да подожди, ты что-то ходишь здесь. Так, хорошо, день начался прекрасно. Мы сегодня прям нормально так и размотали их. Давайте открываем их. Переместите в полицейскую машину, да? Раз, два. Сейчас мы вас отвезем куда надо. День-то как раз закончился, да, все нормально. Мы сейчас за стволом поедем. Патроны для пистолета я бы еще купил. Они могут что-то сделать через эту решетку, интересно. Хорошо, у нас... Ой, какая, смотрите, бэбочка. Включить сирену. Че, топим? А, камера, подожди. Оказывается, тут можно так ездить. Обалдеть. Хорошо. Мы едем в отдел полиции сначала. Нет, давайте мы посмотрим лучше. Отдел полиции. Ты что, больной? Сука, арестовал бы тебя. В отдел полиции, потом в трудовой лагерь. Если бы не этот полицейский, бы сейчас развлекался с девчонкой в красном фонаре. Выедливый. Отдел полиции, в трудовой лагерь. Давайте в отдел полиции, потом инструменты Влада, потом в трудовой лагерь. Все, едем по прямой. Просто по прямой, никуда не сворачивать. Ну, она быстрая. Знаете, она такая шустренькая. Ну, ее подзаносит. Блин, а кто же знал-то, что можно так камеру? Так-то намного удобнее, конечно. Так, не понял сейчас. Дерево. Ну, придумать ничего лучше не могли, а. Все, хорошо. Дерево сломали? Сломали. Залетаем обратно. Закрываем дверцу. Включаем вот так. Подожди ты. Машин заведи. В. Все, поехали. А в трудовом... Подожди, стоп. В трудовом лагере деньги можно сдать. Да, да. Контрабанду. На машину что-то врезалось. И мы тут только что чуть не... Так, нет. У засады. Да, иди ты. Своей засадой. Не интересуемся таким. Открывай. А у вас такая же, кстати. Так, хорошо. Подожди. Надо забрать. Здравствуйте, товарищ командир. Здравствуйте. Фальшивые мы сдадим. Мне нравится эта машина. Мне прям нравится эта машина. А, да? Убарш на работу. 35. Вас похвитили от ровников. Не густо. Отличная работа, перехвачена очередная контрабанда. Согласен. Поехали. Да поехали. Поехали, поехали. Так, теперь нам нужно... Ага. Понял. Нет, давайте отсюда выезжать. Включим фары. А фары-то включим сегодня. Отлично. Темнеет просто, по-моему. Открывай ворота, начальник. Ой, ты чё, больной, что ли? Ехал прямо. Свинью-то хоть побереги. Так, нам сейчас направо. Да. Нам сейчас направо, потом поворот налево. Здорово, мужики!
Нормально все, чего вы сразу-то это начинаете? Стекла мне повбивали, я машину только купил, а? Налево, теперь... Мы сейчас к Владу едем. К Владу. Мы могли, кстати, его заказать надо, но я что-то решил проехаться на этой машине заодно и... Так, тихо, тихо. Но управляются они, конечно, все дерьмово. Опять! Ай, ты подожди, ты, ну! Лесопилка. Так, вон Влада, все, мы уже к Владу едем. Отлично. Блин, у них стекла разбиты, они, по сути... Почему сзади нет решеток? Они могут просто через окно вылезти. Бред же, ну. Спокойно. О! Так, открывай ворота. Привет, привет. Так, Влад, здорово. Мне бы у тебя взять винтовку. Так, не понял сейчас. А, вот. А, смотри. 2000. Ни хрена себе, Влад. Протроны для ружья. Ружье. Винтовка 2000. Ну ладно, давайте возьмем ружье. Граната. Не, гранат не будет. Мне нужен ножик какой-то, самый обычный. Нож такой, знаешь, неброский, Влад. Прочность большая должна. Раз, так, тут 3, 6, 7, 8. И тут, а тут 7. А тут 6. А тут вообще, ё-ё-ё. Не, мне не для того, чтобы побивать, мне просто вот... Ну, наверное, вот этого хватит 25, правильно? Мы возьмем с запасом. Раз возьмем, второй возьмем. Потом, что нам еще надо? Топор, вот эта мотыга. Сотку. Влад, ну ты че, гонишь? Патроны для ружья. Так, а это можно соединить? Можно, что он так делает? Хорошо, патроны для пистолета возьмем пару обоим. Давайте еще две, вот так возьмем. Так, хорошо, и... Для ружья брать, не брать? Нет, я думаю, не буду брать. Возьмем вот эту вот запаску на всякий случай, да? Правильно, ну давайте уже под 0 тогда, раз уж. По 30 вот эти, по 10 вот эти. Давай еще вот этих возьмем тогда. Вот так сделаем, раз. Два. Супер, супер. Спасибо, было приятно иметь с вами дело. Отличная сделка, согласен. Так. Хорошо. Так, заводи свою колымагу. Спокойно. Теперь нам нужно ехать в гостиницу под пьяным медведем. Нет, в трудовой лагерь. А как бы нам туда... Стоп! Мне было бы намного... Мне было бы намного лучше поехать сюда. Вот сюда поехать, потому что мы как раз... По прямой вообще никуда не сворачивая, будем ехать. Да. Это я так сказал. Тут! Надо будет звук этот уменьшать, потому что я так громко закричал. Так, сейчас направо. Фига там клаксоны такие чисто на крышу на машине стоят. Вообще ни хрена не вижу. Так, все, мы сейчас... Подожди, спокойно. Посмотрим по камере. В трудовой лагерь. Вот мы почти уже на месте. Сейчас через мост проедем, и мы уже, ребят... А, не мост, а этот... Да. Как это называется, хрен поймешь. Подземный... Это туннель. Подземный туннель. Вот. Блин, ни черта не вижу вообще. Оп, стоп! Открывай! Ворота. Хорошо. Так, забирай этих мужиков. У тебя как раз тут... Да, да. Отлично, 320. Кстати, запомните, вот сюда нельзя зайти. И вот сюда ни в коем случае, вот именно вот сюда не падайте. Здесь баг, вы не сможете отсюда выбраться. Да, это я могу сказать вам точно. Блять, разбитые стекла. Ну, а как такое может быть реально? Ну, типа, везде стекол нет. И они могут же просто, ну, типа, вылезти, не? Ну, бред же, ну! Так, мужики, у вас тут не выйдешь, не выйдешь вообще, ничего нельзя. Что это хлюпает, долбит, лопается, но никого здесь нету, не пойму. Они работают и по ночам у вас, вы, конечно, их не сильно не напрягайте. Так, нам сейчас... Вот и все. Так, тихо, тихо. Нам сейчас чисто по прямой и все, мы на месте.
какой-то туман, или я не пойму просто, что... Ой, занесло как. Развалины. Слушайте, а что здесь? Я понимаю, что здесь развалины. Винтовка. Это дробовик, что ли? Винтовка. Что у нас тут? Подожди. Не? Развалины. Ну, хорошо. Это что? Звук такой жесткий какой-то, как будто кто-то ходит, блядь. Бля, вообще ничего не вижу. О, подожди. Не сломается, не? Не думает даже, да? Ладно. Здесь кровать. Ну, я понимаю, развалина. Может быть, здесь что-то лежит? Не понял. Удар как по дереву. Баллоны всякие. Так, а если я сделаю вот так? Ну, здесь вообще ничего нет. Ну, то есть вообще пустое место. Просто развалины. Ну, нужно какое-то, не знаю, мне кажется, разработчикам взять какое-то взаимодействие с этими местами. А то, по сути, кроме трех мест, мы никуда не едем. Может быть, по сюжету здесь что-то еще будет, но я что-то не уверен. Мне что-то кажется, что мы уже близки. Так, хорошо, нам прямо? Прямо, мы прямо сейчас едем. А, дневные расходы. Ёпты моя мать, я думал, что это... В смысле? А мы поспать-то, ну, тоже надо же? Ну, ж... да. 300. Ну ладно, 300 не так сильно. Я не буду чесать нос. Он так сильно чешется, я не буду это... Я не буду этого делать. Не буду. Тихо, спокойно. Мотель Карат тоже бесполезный вообще. Он как бы есть, но... Не зайти туда, не поговорить ни с кем, ничего. Я уже по памяти еду, кстати. Налево заверну. Верно, верно, и здесь. Нормально, нормально. Неплохо прокатили, кстати. Вообще отлично. Выключим фары, выключим сирену. Заглушим, заглушим двигатель. Все. Все здорово. Так, вот сюда я положу... Сюда я положу запасочки свои. Ай, у нас их до хрена, оказывается. Хорошо, ножик сюда, этот сюда, это сюда, патрончики всегда с нами, ножик тоже сюда. Хорошо, самое время пойти в коечку. Товарищ, надеюсь, что, что все удалось решить. Конечно, все просто чудесно. Спим. Нос все-таки почесало. Ты посмотри на него, какая падла. Ой. Так, товарищи, я надеюсь, что вы хорошо выспались, готовы к очередному рабочему дню. Да, да, у меня что-то сушит, так не могу, попить ничего нет, ужас. Музыка напряжная. Часть регистрационного номера 8 Стас. Здравствуйте, товарищ командиру. Снего Дайнара. Снего Дайнара, Снего Дайнара. Предъявите документики. Хорошо, посещение. Так, смотрим сразу же. Несоответствие, раз. Так, подожди, подожди. Куда ты тыкаешь-то, придурок? Так. Ну, у него уже несоответствие. Несоответствие этого GFF. GFF 0... 0440VL. 0440VL. Но ты все равно не проезжаешь. Ты не проезжаешь. У тебя что в багажнике? Здесь ничего нету. Смотрим так. Просветим колеса. По колесам вроде, в принципе, тоже у тебя все в порядке. Хорошо. Ты у нас не проезжаешь. Досмотр завершен. Въезд запрещен. У тебя несоответствие документов. И даже тут не спорь. Да мало. Потому что... Давай попробуем. У меня новый... Это не винтовка. Это дробовик же, ну... Давайте попробуем. Разок. Ну да, это дробовик же.
Заряжай, не бойся, я так. Навскидочку. Да не бойся. Отдайте Борису командиру. Здравствуйте, у вас тут... Мой брат получил цветной телевизор. Наверняка все соседи придут смотреть трансляцию игр. Так, хорошо. Ну, получил он, ну чё? А, это, наверное, в те времена... Я понял, это, короче, жесткое. Это что-то настолько жесткое, что он... Курица 2, багаж 3. Курица 2, багаж 3. Вес еще. Я же забываю, вес-то в натуре. 1520 максимум. Хорошо. С весом у тебя все в порядке. С именем у тебя все в порядке. Серия, номер паспорта, все в порядке. Ты рожу свою покажи. Ага, все в порядке. Хорошо, багаж еще раз проверим. 2, курица 2. Багаж 3. Хорошо, смотри. Смотрите, как надо. Еще раз проверю. ZBQ. Так. Закрывайте багажник, молодой человек. ZBQ 0125. ДЦ. Да, в принципе, у тебя все сходится. Досмотр завершен. Въезд разрешен. Вот такой рэпчик я для тебя зачитал. Ой, там... Большое вам спасибо. До свидания. Давай, заезжай. Нет там. Зараза. Нарушил правила въезда. А, у него много разбитых. Ай, нет бамперов, нет зеркал. У тебя зеркала есть? Документики. Берите только дайте. Ты лысый, ты заболел, что ли, друг? Не болей. Так. Что у нас там? Там вроде у тебя все. Блин, жалко, просрали бабки. Ну что же это такое? Так, 8 стас нету? Нету. Выйди из машины. Берем. Вы только тратите мое время, да? Да, ублюдок. Да, тратим твое время, значит, да? Вы арестованы. Вы делаете ошибку. Сейчас просмотрим. Здравствуйте, что ты по это полегчало тебе, нормально все? Ничего, пулевое в голову, оно так быстро проходит. Господи, боже мой, как это... Да, как тебя зовут там, хрен поймешь. Так, теперь давайте соберем все, что здесь есть. Так. Потому что если я сначала проверяю при них... Блин, ну это сигареты. Можно было его пропустить. Сигареты контрабанда. Можно было. Можно было бы, конечно же. Но я что-то подумал, что не нужно. Так. Что у нас здесь? Так. Это мы тоже сейчас... Так, нож. Нож есть. Что у тебя тут? Тут ничего, да? Тут тоже ничего. Хорошо. Опа! Хорошо, сейчас мы наберем. Ой, наберем. Так, а здесь что у тебя? Что у тебя тут, а? Подголовники, подлокотники. Так, в двери вроде ничего. Опа, и тут просто засунуто. Ты посмотри, а. Ты посмотри, какой, а. Ты крысь. Я уже профессионал своего дела. Я уже... Опа, не понял. А у тебя еще тут было, подожди. Так, хорошо. У тебя здесь много чего есть, я так понимаю. Тут пусто. Тут пусто. Ага, понял, что ты орешь. Мыло. И тут мыло. Но, видимо, да. Видимо, у него все было в порядке. Хорошо. Убери-ка здесь все, пожалуйста. Давай. Вот в увеличении склада вообще никакого смысла не вижу, только лишь потому, что мы можем это все складывать вот сюда. Добрый день, мы можем это все складывать сюда. Подожди.
Так. Нет места. Вот и все, весь твой склад. Так, нож нам уже сейчас нужен будет нож. Это у нас прям вот-вот сломается. Возьмем вот это. Хорошо. Хорошо. Нифига сейчас как получилось. Вы видели это? Обалдеть, я как будто вот этой киркой или как ее ломом как будто только что закрыл машину. Багажник машины. Так. Хорошо. У нас там еще есть пара автомобилей, и у нас вроде контрабандистов больше быть не должно. Хорошо, давайте заезжаем. Здравствуйте. Добрый день. Музыка опять, да? Хочешь сказать, что этот либо у этого, либо у того что-то есть? Хорошо, давайте проверим по классике. Холодильника 3 у тебя уже опись грузов не соответствует. Что у тебя с зеркалами? Дверцы нормально, с крышей. Подожди, у тебя вот кабриолет или что? Я не могу понять. Как это можно вообще? Так, заберем холодос. Да я осторожно, не переживай. Все в порядке, я так чисто проверяю. Давай-ка ты загрузи обратно. Почему вот это не происходит на наших глазах? Мне кажется, Максимов тоже ни хрена не делает в этот момент. Так, ну это точно ты. Такой хохолочек у тебя только. Так, сверим номер паспорта. Сверим дату. Несоответствие. У тебя просрочен паспорт, мужик. Плюс 1580, а у тебя... Это сходится, но у тебя проблемы со сроком действия. Так что досмотр завершен, на этом все. Въезд запрещен. О, да. А, подожди, у него же еще бампер. Еще один. Тихо. Я слежу. Все, не паникуй. Так, и последняя машинка на сегодня. Да, я понял, два бампера. Ой, у него там... А чё у него там было? Спущены колеса раз, спущены колеса два. Сразу же, здравствуйте. Снегу Дайнара. И такой довольный. Ну, у тебя... два спущенных колеса. Так, правила въезда. Правила въезда нарушены уже. Два колеса, зеркала. С зеркалами у тебя все нормально. Ну и как вот с двумя колесами? Я его не пущу, правильно же? Или пусть прожит? А, еще два разбитых этих. Разбитые фары две. У тебя же запаска есть, что ты не поменяешь? Ты что, пьяный? Не пойму. Дальше у нас что? Две свинотки. У тебя две свиньи, это сходится. И смотрим, 4240. Это сходится. Хорошо, сейчас мы тебя тотальненько, анальненько проверим. Так, хорошо, по датам, если все сходится. Но ты все равно не проезжаешь. Я так чисто для себя. Хорошо. А, музыка, кстати, просто перестала играть. Я запрещен. Да мало. Да ты едешь на спущенных колесах, ты чё, больной? Всё. Ох, этот день закончился. 120, практически идеально. Что мы не указали, дефект кузова? Ну, что-то с кузовом было. Это вы последний день можете заняться своими делами. Хорошо. У меня денег нет, поэтому дел у меня тоже нет. Поспим, типа, сохранимся, наверное, он так сохраняется. Border Crossing карикатка. И минус 300. Окей, расходов трындец. Остался один с голды. Ночью! Вызов на срочное вмешательство. Возьмете за это? F2. Вознаграждение 800. Доберитесь до места, прежде чем исчезнет время. Найдите место, где спрятана контрабанда. Вам понадобится лопата, чтобы ее выкопать. Остерегайтесь людей Абернаку. Они могут вмешаться в этом районе. Ошиваться. И думаю, классная миссия.
Вот, собственно, как раз эти дома, которые здесь на карте находятся. Мы туда будем ездить, искать контрабанду или там перестрелки. Ну, ок. Короче, мы это обязательно сделаем в следующей серии. Спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, оцените, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.